Вслед за Трамп-коином и Путин-коином турецкие криптопользователи создали Эрдоган-коин. Как сообщает technotech.org, криптовалюты становятся все более популярными, некоторые из них даже носят имена политических деятелей. Решил поучаствовать в этом и один из турецких пользователей. И создал Эрдоган-коин, названный в честь президента Турции Раджепа Т. Эрдогана. Монета названа RTEC. Поклонники Эрдогана считают, что в ближайшее время валюта будет популярна, хотя на данный момент она не имеет ценности. Другие валюты, такие как Путин-коин и Трамп-коин, уже начинают расти. Например, капитализация Путин-коина составляет уже $3195, а цена Трамп-коина достигла $423.